Осталось метров 50, и вот уже порог. Сюда я больше не ходок, я дал себе зарок. Зачем же я в пути не слез, назад дороги нет. И я старательно надул спасательный жилет. А там за порогом на самой высоте сидят, свесив ноги, доволенные те, что с фотоаппаратами готовятся снимать, как будем мы корячиться и маму вспоминать. Перед порогом тишина, спокойствие и штиль, а там за сливом из волны торчит ужасный шпиль. И бурный мечется поток, как будто прокажен, и берег этой водой ужасно искажен. А там за порогом на самой высоте сидят, свесив ноги, доволенные те, что с фотоаппаратами готовятся снимать, как будем мы корячиться и маму вспоминать. Тут боцман крикнул: «Левый нос, повороти карман!» Я вкреп цепился, словно пес, аж хрустнула она. А он кричит: «Давай, давай, греби, коль жить охота!» Я жить хочу, и значит, я стал веслами работать. А там за порогом на самой высоте сидят, свесив ноги, доволенные те, что с фотоаппаратами готовятся снимать, как будем мы корячиться и маму вспоминать. Но сколько боцман не орал, нас вынесло на шпиль. И несмотря на весь оврал, плот сделал оверкиль. Я раз глотнул, потом нырнул, потом глотнул еще и оказался под плотом с моим товарищем. А там за порогом на самой высоте сидят, свесив ноги, доволенные те, что с фотоаппаратами готовятся снимать, как будем мы корячиться и маму вспоминать. Очнулся я, а надо мной, как крышка гроба, плот. Хотел пробить его ногой, потом наоборот. Потом собрал остатки сил, ведь я ж уже устал, и головой пробил настил. Какой дурак его мастил! Ах, это я его мастил и небо увидал. А там, в Поднебесье, на самой высоте, увидел я счастливчиков, вспотели в суете. Мечутся по берегу, пытаются снимать, картинка получается